Жена высказывает мужу. «Я не поняла, почему ты на диване лежишь, ничего не делаешь? Я же сказала навести в доме порядок». «Так ведь суббота». «Боишься согрешить? Ты что, еврей?» «С большой вероятностью нет, но рисковать не стоит». Один депутат говорит другому. «И чего нас все так ненавидят?» «И я не понимаю. Мы же вообще ничего не делаем». После 10 лет брака жена обращается к мужу. «Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?» «Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший». Разговаривают два мужика. «У тебя сбылась хоть одна мечта детства?» «Сбылась. Когда мой отец таскал меня за волосы, я мечтал быть лысым». Теща вспоминает свою молодость. «И хорошо помню, как 50 лет назад не было никакой зубной пасты, и мы чистили зубы порошком». На что зять ей отвечает. «Надо же, прошло столько лет, а вы все еще помните, что у вас были зубы». Пришла доярка к попу, взяла его руку, сунула себе под юбку и шепчет ему на ухо. «Чувствуете, какая я мокрая?» Поп заикаясь. «Чувствую». «Грешная батюшка». «Знаю». «Меня все упрекает в беспорядочных связях, а у меня ведь все-все в книге записано. Кто, когда, сколько». «Ты опять пришла меня шантажировать».